В работе двухдневной международной конференции приняли участие 77 человек. Еще более 40 участвовали онлайн. В числе иностранных участников – представители Ирана, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Индии, Бангладеша, Южной Кореи, Сербии и других государств. Татарстан был представлен в лице раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова. Сегодня как никогда актуальна задача подготовки управленческих кадров, которые способны работать в самых сложных условиях. Татарстан – один из ведущих экономических центров нашей страны. Наряду с развитой производственной базой к числу конкурентных преимуществ Татарстана относится его мощный научно-технический потенциал. Наши образовательные исследовательские организации вовлечены в реализацию всех ключевых мероприятий национального проекта «Наука и университеты» и смежных стратегических инициатив. Коллеги обсудили новые вызовы на рынке управленческого образования, изменение структуры и содержания управленческих образовательных программ, процессы интернационализации управленческого образования в России и, конечно, усиление сотрудничества бизнес-школ с бизнес-сообществом. Раис Республики Татарстан высоко оценил потенциал и результаты деятельности бизнес-школы Казанского федерального университета. Среди всего многообразия организации научно-образовательного комплекса Татарстана особое место занимает Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета. Это ведущая республиканская площадка по подготовке и повышению квалификации управленческих кадров для реального сектора экономики и системы государственного управления. Безусловно, одной из ключевых целей проведения конференции стало привлечение ведущих отечественных и зарубежных экспертов, руководителей российских и международных компаний к совместному обсуждению современных тенденций в бизнес-образовании с учетом новых вызовов на рынке управленческого образования. Задача российского бизнес-образования – встроиться в эту концепцию нового мира – мира более справедливого, более доброго, более ориентированного на будущее, мира разных моделей развития и равных возможностей, мира равноправия участников. По словам Рустама Миниханова, профессиональный диалог с участием представителя Высшей школы бизнеса КФУ и других учебных заведений страны позволит найти ответы на вопросы дальнейшего совершенствования бизнес-образования в нашей стране. Карина Саяхова, Никита Акиньшин, Андрей Багудинов, Универньюз.